Приветствую, дамы и господа. Добро пожаловать на канал Archpanzer, где у нас сегодня первый взгляд на игру Tamarack Trail. Пока все играют в Baldur's Gate, Starfields, мы с вами будем ходить по лесным тропам. Эта игра находится на очень сильно раннем доступе, но кажется, демка доступна, поэтому если понравится это видео, можете сходить посмотреть, загрузить. Ну, давайте начинать. Русский язык, кстати, есть. Это очень-очень радует. Ух ты. Неожиданно. Ну, давайте смотреть. Это что-то непонятное. Чего-то у нас ноль. Окей, сторожка. Божечки-кошечки. Это кто? Кто там? О, это ты. Что ж, добро пожаловать в осетровую сторожку. Улучшайте сторожку здесь. За прошедшие годы сторожка пришла в упадок. Восстановление сторожки поможет вам в приключении. Собирайте гармонбозию, чтобы восстановить сторожку. Вот это гармонбозия, что ли? Выберите героя своего приключения. Пробейте себе путь по тропе, чтобы открыть новых героев. Начните свое приключение здесь. Так, будьте осторожны, удачи вам. Спасибо, непонятное существо. Покорите тропу с острым умом и арбалетом. Окей. Сейчас покорим. У нас есть лаборатория. Увеличить начальное восстановление решимости на одну единицу. Ну да, вот она эта штука. Коллекция книг открывает перки испытаний. Часы. Открывает способность переброски доступных боевых наград 3 раза в одном походе. Но это пока что ничего не понятно. Это надо сходить посмотреть. Открывает набор универсальных навыков на рынке. Увеличивает удачу в начале похода. Это хорошо. Открывает сражение с головоломками. Получайте одну гармонбозию с каждым поражением. Нормально вот это, кстати. Это про меня. Получайте на 10% больше золота в боях. И открывает способность переброски доступных боевых наград 3 раза в одном походе. Стоимость 0. Ну, написано, что нужно больше... Ну ладно, повторюсь. А выбранный герой. Герой. У нас только детектив. Так, ну его как-то... А, ну это, видимо, и есть его значок. Ладно, погнали. Посмотрим. У-ля-ля. Добро пожаловать на тропу. Вы здесь. Выберите гонку, чтобы продвинуться вперед. Прокрутите экран вправо, чтобы спланировать свой путь. Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Подождите, это все за раз надо, чтобы пройти? Вы с ума сошли? Божечки-кошечки, куда? Это что такое? Обычно пути в таких играх коротенькие. То есть, там, не знаю, одна карта, 5-6 таких точечек прошел, и как бы нормально. Какой кошмар. Не, ну в смысле кошмар плохо, а в смысле удивительно это все. Или здесь в том смысле, что прошел, умер, начинаешь сначала? Но я боюсь, что это надо очень сильно прокачаться, чтобы это все пройти без поражений. Ну ладно. Так, у нас 5 ран. У нас 0 золота, 0 гармонбозии, 0 времени. Максимум решимости, восстановление решимости. Настройка кубика. Господи, добро пожаловать в кузницу кубиков. Здесь вы можете настроить желаемые навыки кубиков и ядра кубиков. Выбирайте кубик и разместите его по центру, чтобы приступить к его настройке. А я не знаю, какой я хочу. Раскройте свой кубик. Это, кажется, киса. Давайте я с кисой буду. Теперь вы можете выбрать желаемые способности кубика. Меняйте грани своего кубика, чтобы сделать его сильнее. Ядра — это могучий модификатор для вашего кубика. У меня их нет. А нет, тут есть... Ой-ой. Это был выход. У меня ядер нет совсем. Наносит 5 урона, добавляет 6 единиц решимости, прибавляет 1 единицу уклонения, переворачивает выбранный кубик и обновляет его, истощается. А если вот так поставлю? Как назад убрать? Так, подождите. Если я сразу положу вот эту лапку, можно? Можно сразу лапку.
А здесь у нас будет зазубренный болт. Накладывает 3 единицы кровотечения. Обычная. Плохо, что нельзя как-то перетащить, что ли. Ну ладно, не ладно. Я хочу с этим, с котиком. Котик, который сальтухи крутит. Вот это про меня. Ну не совсем про меня, конечно. Обратное сальто. Необычное, видите? А там вроде как все обычные были. Давайте пойдем с необычной сальтухой. А, никаких бафов у нас пока нет. Ну давайте смотреть, а это что такое будет? Подсказки нет, да, что это такое? Лагеря какие-то? Ну, в принципе, одинаково. Здесь 2 боя лагерь, здесь 2 боя лагерь. Расстояние кажется, что больше, но разницы нет. Здесь будет сундук какой-то, задание какое-то, что ли. Здесь боев, конечно, гораздо больше понизу. Но сверху сундуки. Давайте сверху пойдем. Ваш ход. Будьте бдительны, на тропе встречаются не самые дружелюбные существа. Вам нужно одолеть чудовищ на своем пути, чтобы продолжить. Так, ребят, я одним глазком. Ага. Так, игра сворачивается, если переходишь на другой экран. Окей. Но запись вроде как идет нормально. Идет же запись? Да, потерю кадров показал, но это из-за того, что свернулось. Хватайте кубик. Бросайте его в лоток. У меня 2 разных кубика. То есть я не один взял, у меня 2 разных. Ну ладно, я бросил. Используйте атаки на врагов, а защиту и усиление на своего персонажа. Так, у меня сразу котик выпал, да? Каждая способность стоит решимости. Решимость – восстанавливаемый ресурс. Используем для применения способностей. Восстанавливаемый заход решимости отображается здесь. Стоимость каждой способности отображается на информационной панели. Сердца – это ваше здоровье. Постарайся их не потерять. Без решимости вражеские атаки будут ранить ваши сердца. Одиночные атаки наносят 1 рану, независимо от количества урона. Остерегайтесь серии атак, они могут нанести больше ран. Имейте в виду, у ваших врагов тоже есть решимость. И сердца. Тут голубь какой-то. Вражеская решимость тоже восстанавливается, не забывайте об этом. Замысел каждого врага отображается над его головой. Угу. А будьте бдительны, на тропе встречаются не самые дружелюбные существа. А теперь давайте поговорим о вашем кубике. Как упомянуто ранее, стоимость каждой способности кубика оценивается в решимости. Однако, если во время хода не использовать кубик, это добавит 1 решимости в следующем ходу. Эта кнопка отвечает за автобросок. Эта кнопка – уникальную силу вашего героя. Ага. Теперь вы знаете основу, остальное уверенно сами разберетесь. Спасибо. Реролинуть можно. Ух ты. Внимательно читайте описание некоторых способностей. Некоторые способности истощаются после использования. Способность истощения мог использовать лишь 1 раз за бой. Ага. Понял. Так, я еще могу ударить сейчас? Базовая атака. Или это надо прямо на врага натянуть? Натянуть, господи. Выстрелить. У него какой-то лебедь. Ага. Добавляет 6 решимости. Ну давай. Некоторые атаки награждают защитой, которая оберегает вашу решимость. Внимание, ваша защита обнуляется с каждым ходом. Обнуляется? Присутствие защиты, решимость последней линии обороны. Понял. То есть мы сейчас вот защиту накинули. Да, и она впитала. Окей. Давайте авторолл кинем. Некоторые ваши способности влияют от отскоки кубиков. Отскок происходит, когда кубики сталкиваются друг с другом в лотке. Каждый отскок увеличивает стоимость навыка на 1 решимость. Ну, дожили. Несколько отскоков одних и тех же 2 кубиков считаются как 1 отскок. Вам нужно отыскать больше кубиков, чтобы увеличить число отскоков. Наносит 5. Бах. Это добавляет 6. Бах.
Стрельну. Ну, пока мы все вытанковываем. Не, давайте я вот это на автороле буду. Наносит 5. Бах. Эх, ты, а это кто? Слышь? Птиц. Так, две атаки у меня. Ну, давай. Так, мне его еще разочек, да, надо вжарить, чтобы он отъехал. Черт, у него 2 сердца. Это печально. Меня сейчас они убьют, кроме шуток. Ну ладно, через защиту, скорее всего, не убьют. Да, черт возьми, мне нужна защита. Или нет, либо убиваем. Да, убиваем, да не убиваем. Пока живем, сейчас убьем, но, черт возьми, сердца, скорее всего, не восстановится. Ага. Класс, а что такое? Накладывает 3 кровотечения. А что? Ладно. Но наш... как тебя там? Детектив чуть не отъехал. Так, удар спин наносит 7 за каждый отскок кубика. Ух ты. Накладывает единицу уязвимости, если атака активна, и скрытность. Прибавляет 6 единиц защиты, накладывает единиц контратаки. Наносит 6 урона и накладывает 3 слепоты. Удар спин возьму. Но у меня здоровье закончилось. Я как бы все... Вижу, тебе удалось получить новый навык. Мне удалось отъехать, дружище. Откройте верстак для кубиков, чтобы настроить свои кубики. Сейчас настроим. Вот давай вот этот кубик, да? Накладывает. Давайте вместо одной обычной атаки добавим. Да. Так, подожди, а второй кубик у меня какой? Зазубренный болт. Давайте я обычную атаку поставлю вместо кровотечения. Ну, я боюсь, что для меня сейчас все закончится. Недолго находил наш детектив. Ну ладно, 25 вернулось. Ну, черт возьми, они там атаковали вдвоем по 10. Как от этого защищаться вообще? Что ты делаешь? Дикое сердце, решимости. Из каждую рану. Давай. Что у нас тут? У нас уклонение. У нас удар в спину. 7 за каждый отскок. Ну-ка, сколько это будет? 7. Один отскок-то был. Понятно. Так, это что такое сделал на меня? Уязвимость накинул, негодяй. Ну и защиту. Ну ладно, с одной крыской мы должны нормально разобраться. Так, а это что такое? Только половину урона цель получает. Блин, насколько вообще не было. Ничего себе, 12 мне влупил. Сплинтер, блин, ты что творишь? Так, еще один удар в спину. Кстати, смотрите, необычный появляется. Наносит 4, переворачивает кубик влево. Наносит 10 единиц урона, накладывает 1 единиц кровотечения за каждый отскок. Что я вот это хочу? Мощный выстрел. Ну и давай настраивать тогда. 10 единиц урона, накладывает 2 единицы кровотечения. Правда, стоит 4. Но на самом деле интересная механика. Получается, мы атакуем за свою защиту. То есть можно пропустить ход и... вдарить. То есть сэкономить живучесть свою. Ладно, давайте здесь одну черепашку оставим. Так, что в лагере?
Вы обнаружите подходящее безопасное место для короткой передышки. Здорово. Два сердечка у нас теперь. А здесь чего? Голодный зверь. Эй, странник, получилось отыскать что-то интересненькое здесь, да? Ага. Можно убежать, можно сразиться. Вот эти два, я не знаю, черт возьми. Можно, конечно, попытаться загуглить. Ребят, прям одну секундочку. Как вы знаете, мой английский very good. Поэтому давайте мы переведем. Это что такое? Жертва. Принести жертву. Offer sacrifice. Это принести жертву. А вот этот вариант. Угу. Так, мне это перевести надо, дружище. А не варианты найти. Попытаться успокоить зверя. В общем, можно с ним сразиться, можно принести жертву. Можно попытаться успокоить, а можно убежать. Давайте жертву принесем. Свою кровь зверю. И чё? И все? Здоровье мне не потратил, ладно. Ну, как видим, не все пока переведено. Ладно, господи, ты-то кто? Что это такое? У него три сердца уже. Так, две уязвимости накладывает. Ну давай, бабах. И черепашку на себя. Это что? Прыткость. Удаляет урон от вашей следующей атаки. Поглощает один стек прыткости. Ясно. Здесь атакуем. Одно сердце пробили. Так, здесь хорошо защита. Ну и атака. Второе сердце пробили. На себе еще одну прыткость. Ну, скорее всего, мы сейчас его должны забирать. Так, здесь уклонение на себя. Ну, слушай, уклонение на самом деле интересное. Так, это что? Наносит 7 урона, случайно переворачивает кубик, если на цели были какие-то ослабления. Еще один удар в спину, усыпляющий газ. Накладывает 4 единицы, 3 моты за каждый осколок кубика. Уменьшает составление решимости на количество... О-хо-хо. Усыпляющий газ. То есть мы будем мешать восстанавливать... решимость противнику. Это на самом деле интересно. Вместо обычной атаки. Да, урона меньше получается нанесем. За каждый отскок кубика. Ну сейчас, наверное, смысла в этом нет. Когда больше отскоков будет, тогда больше дремоты. Ладно, я, наверное, это не буду пока ставить. Сундук. Что там? Подозрительный гриб. Раздробленная кость увеличивает урон всех атак на единицу. Или кровь демона увеличивает восстановление решимости на единичку. Все защитные навыки добавляют на 2 единицы больше. Давайте кровь демона возьму. Так, в общем, у тебя появилось ядро. Эти ядра кубиков, ну, в общем, модифицируют очень мощно твой кубик. Возьми ядро и поставь его в центр. Получается, на каждый кубик можно поставить свое ядро. Да, то есть, видите, они одно ядро на один кубик.
Ладно. То есть, грубо говоря, если в следующий кубик такой же поставить, то две решимости будет у вас устанавливаться. А теперь у нас 8 решимости. Ой-ой-ой. Вот это махина у нас тут. Да, мы его даже пробивать не будем, к слову. Я ему 5 урона нанес. А он сейчас 5 восстановит. А я вообще его пробью? Может, мне тогда его смысла атаковать-то нет? Он просто 5 восстанавливает. Так. Давай сюда. Еще разок. Да, немножко пробили. Он защиту себе накинул. Ну, слушайте, мы его так очень долго будем пробивать. Он нас толком не пробивает, но и мы его не пробиваем. Сейчас можно. Да, слушайте, больно он нас бьет. С одной стороны, нам защита нужна. С другой стороны, без атаки мы просто не пробиваем. За каждую рану. Вот, кстати, у ворот от одной атаки, это хорошо. Это значит, лупим его. Да, здорово, я сейчас выстрелил. А сколько уже не было. Добавляет 3 единицы урона ко всем атакам. Нет смысла бить. Черт возьми, я его не пробью. Я его просто физически пробить не смогу. Ну, собственно говоря, и он меня не особо пробивает. Но мы крутимся вокруг да около. Потрясающе. Я его не смогу пробить. Ага. Хотя молодец, конечно. Это не сверху добавляется, это просто восстановилось. Ой-ой-ой. Да я не буду бить. Он тоже, к слову, не атакует, если его не атаковать. Ладно, уворачиваемся. Атакуем. Ага. Хорошо, на врага не наложилось, а то бы я молодец был. Ну давай один ворот. Блин, вот это она сейчас бесполезная будет. Промахнулся он. Но я не знаю. То есть здесь какая-то лютая должна быть комбинация, чтобы я смог его сейчас пробить. Потому что, видите, все, минус сердце.
Ой-ой. Ну да. А у меня не было варианта его пробивать. Я ему наношу 5 урона, он, собственно говоря, эти 5 восстанавливает. И если я ему урона нашел, мне в ответ 10 лупит. Ладно, фальшивые улики добавляют 2 единицы этого и 2 единицы этого. Переворачивают кубик вниз. Открыть. Закрыть. Ладно. Так, получается, мы вообще ничего не добыли сейчас. Да, слушайте, а мы там при поражении счет прокачивали, нет? А, нет, мы это не прокачали. Окей. Ладно, давайте еще раз попробуем. Максимум решимости. Так. Это что за жук? Так, кстати, подождите. Ну ладно. Кубики-то у нас сохранились. Ну тот товарищ объективно слишком сильный был. Так, а что он на меня накинул? Дремоту. Это он дремоту на нас накинул, решимость меньше восстанавливается. А, так это босс, по-моему, был. А, нет, не босс, подождите, это перед боссом было. Ну ладно, слабоват я был для него объективно. Он мне колпак натыркал. Кубики посильнее должны быть, чтобы его пробивать. Так, 4 единицы урона всем врагам. Проводит дополнительную атаку, если случится удар. Да не, давайте мощный выстрел брать. Кубики же свои. Да, ядро проп... А, не, ничего не сохраняется. Ничего не сохраняется, окей. А вот тут, кстати, надо смотреть. Обратное сальто. То есть мы это берем, и получается у нас мощный выстрел на обратной стороне появится. Ладно. Так, здесь какое-то задание. Здесь будет 3 боя и босс. Задание, сундук, отдых. Здесь можно через большее количество... Ну да, вот это сильный товарищ. А здесь уже будет сильный товарищ. Не, давайте я, наверное, вот здесь вот пойду. Хотя сундуки, сундуки это ядра. Ладно, давайте сюда. Так, ну с таким мы уже встречались. О, вот это я понимаю. 2 щита, мое почтение. А, ну да, ну да. Так, вот, здесь был удар. Это что такое? Накладывает 3 кровотечения. Зазубренный болт. Здесь уклоняемся и лупим ему. Да, 5 кровотечения, нормально. Кровотечение, кстати, пробивает через всю хурму, это здорово. Так, здесь удара не было, кстати. Здесь удара не было. Это мы не атакуем. А, кровотечение перед атакой бьет, ну здорово. Так, что это? Накладывает 2 единицы парирования, накладывает 2 единицы смятения врагов, которые вас атакуют. Прямиком в слабину, наносит 7 урона, случайно переворачивает кубик, если на цели были какие-то ослабления. И прибавляет 6 единиц, ну, защиты и накладывает 1 единицу контратаки. Половину урона возвращается атакующему. Контрмеры. Ну давайте возьмем. Кстати, о кубиках. Зазубренный болт. Был он здесь такой? Наверное, был. Ладно, давайте вот так сделаем. Парирование вроде как интересно звучит, но здесь вот интересно. А, я бы на самом деле 2 сундука бы хотел забрать. Давайте сюда зайдем. Да здесь мы ничего не получили. Сундук. Защитные навыки. Восстановление решимости или урон от всех атак. Давайте восстановление решимости я возьму. Сейчас нам будут ломать лицо.
восстановление решимости я вот сюда положу. Да. Мы пошли биться с товарищем. Паразит. Цель получает один стек паразита при ранении за раунд. При достижении трех стеков рана исцеляется, а все стеки исчезают. Ой-ой-ой. Так, ладно. Да, за каждый отскок. Отскоков не было. Им еще разок. Отскоки были, но... Отравление. Неприятно. Так, отскоки были. Давай. Кровотечение. Отлично. И убиваем. Супер. Ну, слушайте, это какой-то... Это босс не босс был. Так, обратный сальто еще есть. Наносит 20 урона всем чудовищам, переворачивает кубик вправо. И наносит 6 урона и накладывает 3 слепоты. Давайте я еще одну сальтуху возьму. А, у меня максимум решимости повышенный после отдыха, по всей видимости, был. А я уж обрадовался, почему у меня 30 стало. Я, знаете, чего? Неудобно. То ли я не понимаю, как это сделать, то ли этого пока нет. Давайте я также сделаю в центр. Это вот сюда. Так, еще один бонус. Это что такое? Прибавляет 5 защиты в случае переворота. У-у-у. Нет, я, наверное, вот это. Кровь демона, это, знаете, это стабильность. То есть стабильно на единичку больше восстанавливается, это хорошо. Так, и что, босс, что ли? Ой, ну это сейчас нам лицо сломает. Хотя у нас 5 здоровья, конечно. Время 6. Ну, кто там? Есть, курить. Два раза по 5 атакует. Какой-то, я не знаю, чел-медведа-олень. 20 здоровья. А ну, у него, кстати, восстанавливается мало. Тут-то товарищ... Пятерка восстановления просто нам все ломал. Ладно, давайте вот так делаем. Контратаку делаем. Ну и просто в лицо ему бьем. Да, слушайте, больно у нас будет бить. Так, это что делает? Так, ладно, это впитали. 10 урона. Мощный выстрел. Давай. Бах. Пару кровотечений. Бах. Еще тебе. Эй, ну что это такое? Это нечестно. Ваш ход. Ну, эти ребят меня сейчас вдвоем запинают. Так, а что такое? 3 кровотечения. А, слушайте, давайте я так сделаю. Он сейчас от крови должен умереть. Ну, не сейчас, точнее, а вообще, в принципе, должен умереть от кровотечения. Так, одно сердце потеряли. И он одно сердце потерял. Ну, что такое? Плеть углей. Так, слушайте, нам надо много защиты сейчас. Ну, ладно, 6 это, конечно, немного. Но мы, в принципе, можем его убить сейчас. Он от кровотечения умирает. Супер. Это что такое? Уязвимый. Уязвимый — это плохо. Ну ладно, это питали пока. Ну нет, с одним крысолюдом разберемся без проблем. Скавины не должны стать угрозой для нас. Так, не потратилось, не потратилось. Отлично. Ну, слушайте, ребят, первый босс упал от нашей руки. Новый кубик. У-ля-ля. Новый кубик — это хорошо. А что за кубик?
Серьезно, мне его заново надо... Его заново надо заполнять. Ничего себе. Ладно. При этом решимость у меня не повысилась. Время 7. Так, а можно как-нибудь домой вернуться? Я не знаю, лут принести. То есть как вот нам остановиться? Нет, я, наверное, вот здесь вот пойду. Отдохнули, силы восстановили. И давайте здесь по лицу им ударим. Так, ладно. Но мы после отдыха, конечно. Да, два столкновения аж было. Но толк никакого. А тут кубик пустой. Чего там? Ладно. Здесь зато 10 урона и накладывает 2 кровотечения за каждый отскок. То есть плюс 2 отскока. А сюда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Там же уклонение было. Блин, там же было уклонение. И опять кубик пустой, кстати, выпал. Ай-яй-яй. Слушай, кубик, ты, может, прекратишь пустым падать? Так, ладно, этот дружочек умирает. Здесь уклоняемся и вот так вот делаем. Да. Тут живем. Яд прошел. Давай опять ты пустой выпадешь. Ну, это, конечно, вообще удача. Удача, мое второе имя. Это что такое? Лучшая защита. С каждой атакой получается столько защиты, сколько удалось нанести урона. Понял. О, да ладно. Выпала атака, обалдеть. Так, ну и он умирает. Отлично. Так. Ну вот это интересно. 10 урона и накладывает 2 единицы кровотечения за каждый отскок. Но тратит много жизненной силы. Знаете, я лучше вот этот зазубренный болт возьму. Так, конечно, очень сильно. 10 урона, там все дела. Но много защиты тратится от этого. Опять. Ну, кто это? Голубь, по-моему? Так, это что такое? Ладно, давай так. Здесь куча кровотечений. Да, получается, голуби мы сразу убили. Это я, наверное, не буду пока трогать. Давай завершаем ход. Это что такое? Уклонение он взял. Уклонение, уклонение. Ну, значит, давай обычный атак его. Собьем твое уклонение, дурацкое. Да. Кровотечение на тебя накинем. Да и мощный выстрел давай. Минус одно сердце. А я минус яд. Хорошо, яд срабатывает после того, как хпшка прибавляется. Иначе это была беда. Так, что здесь? Наносит 3 урона, накладывает 2 дремоты. Ага. Две защиты и две решимости. Переворачивает кубик вниз. Слушайте, я вот это возьму. Получается, он стоит 0 и за бесплатно. Да, получается, за бесплатно. Куда он? Вниз. Вниз переворачиваем, а там кровотечение. Да, здорово. Третий кубик постепенно заполняется. Вот это что такое? Я хочу вернуться домой. Как мне вернуться домой и принести ее? А, у меня ни одной горбанбозии-то еще и нет. Но здесь вот что-то новенькое, поэтому давайте вниз пойдем. Ох, блин. Ну, теперь у меня 3 кубика, дружище. Да, только они на 0 переворачиваются. Давай мы тебе кровь накинем. Ну и все получается.
Получается все. Так, это что? 6 защиты, контратака. Давай атаковать. Потихоньку пробиваем. Ну и он нас, конечно, пробивает, мое почтение. Так, это у нас кровотечение 6. Слушайте, его кровь съест просто. Хотя не факт, что съест. Надо сейчас его пробить. И тогда... Блин, а здесь у нас истощилось. Надо... Ладно, пробьем разок. И кровотечение сейчас ему одну жизнь съест. Да. И он у нас одну жизнь съел, негодяй. Ай-яй, нужна защита, нужна защита. Нужен переброс. Эй, это что? Давай переворачиваем куб. А, в смысле? Вниз, черт, не на другую сторону, а просто в бок. Ладно, здесь кровотечение еще накинем. Сейчас еще одна жизнь у меня улетит. Ну, на 12 атакует. Блин. Давай так вот еще сделаем. Бить не будем. У него 4 осталось жизни. Ой, нам бы защиту. О, кстати, это хорошо. Ой, много кровотечения. Много. Не хватает. Ай-яй. Блин, не хватает. Он сейчас же промахнется, правда? Да, он промахнулся. Сейчас кровотечение еще одну жизнь у него съест. Давай. А, так я его убиваю. Давай, дружище. Как говорится, месть. Месть страшна. Эй, сгрызли негодяя. Так, на 4 урона переворачивает кубик влево. Наносит... Так, ну это понятно, это дорогущая. Дорогущая, дорогущая. Давайте возьму. Тогда вот этот кубик надо маленько поменять. Переворачивает кубик вниз, то есть вот на эту. Ладно, давайте так и сделаем. Так. Мощный выстрел у нас там будет. Давайте попробуем вот до этой точки дойти. Ну, не знаю, будем заканчивать. Я, честно говоря, пока не понял, как это... Амброзию, или как она там называется, получить. Так, давай 3 урона. Давай еще в лицо. Немножко защита. Всякую бяку на меня накидывают. Потому что ударов-то прям полно. Ой-ой-ой-ой, тут миллиард кровотечений. Ну, давайте жука убьем. Он умрет сейчас от кровотечения. Здесь 6 кровотечения. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, это я зря сделал, я сейчас здоровье потеряю. А, у меня уклонение было, какое здоровье? У меня же уклонение. Ну, все замечательно тогда. Здесь бьем. Он теряет хпшку. Ну, слушайте, я, честно сказать, пока не до конца привык, что тратится здесь, по сути, защита на броски кубика. Выстрел дробью. Давай, выстрел дробью. Все больше случаев, когда много врагов. Поэтому. Поэтому вот. Да, это, конечно, будет дороже, чем наша обычная атака. А урона меньше наносится. Ну, что поделать. Убирает один стек случайного ослабления. Увеличивает урон всех атак на 1. И увеличит оставление решимости. Я бы решимость на самом деле всем брал. Плюс 3 решимости у нас теперь восстанавливается заход. Ну что это такое?
Это что такое? Неплохо. Таверна? Да, по всей видимости, таверна. Так, можно всякие штуки здесь купить. 450. Прибавляет одну скрытность, с каждой атакой истощается. Окей. Слепота. Прибавляет 8 защиты, дополнительно 8 за каждого ослепленного врага. Последовательность. Но у меня слепоты нет, по-моему. Перфорация. 3 раза наносит... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте, вот это неплохо. Это добивать врагов, у которых защиты не осталось, а только сердца остались. То есть можно за одну атаку 3 сердца срезать. Это круто. Свин, ты чего даешь? Наносит 1, если враг дремлет, наносит 16 урона. Обалдеть. Накладывает смятение на врагов, которые вас атакуют. Замешатель снижает наносимый урон 1 за каждый стек, но не ниже 1. Лишь половину урона. Укус вампира наносит 2 единицы урона, устанавливает 2 единицы решимости за стек кровотечения. Слушайте, вот за стек кровотечения интересно. Я кровотечение много накидываю. Мне на самом деле вот это нравится штука, перфорация. Давайте я ее куплю. Добиватор такой. Да, ну и укус вампира, я молодец, конечно, мне теперь золота не хватает. Ай-яй-яй. Ну ладно, добивашка теперь появилась. Но остальные я даже не буду брать. Хотя куда мне их копить? Так, ребят, с вами нельзя? Нельзя музыку заказать, я не знаю. Нет, нельзя. С другой стороны, зачем мне эти деньги копить? Все равно, скорее всего, меня убьют. Давайте попробуем еще что-нибудь купить. Но слепоты у меня нет, насколько я понимаю. У меня же нет слепоты. Здесь нету, здесь нету. Плохо, что нельзя переключить другой кубик. Здесь тоже ничего нет. Вот мне, конечно, черт возьми, надо было с кровотечением брать. Ай-яй-яй, ладно. Здесь тоже ничего такого нет. Добиватор. Можно, конечно, вообще поиграться. Один кубик заточить чисто вот под защиту. Чтобы что не выпало, а везде защита. Это было бы здорово, наверное. Ладно, давайте добиватор поставлю. Ставлю добиватор. Может пригодится когда-нибудь. Хотя знаете его как надо ставить? Его надо ставить... Под здесь вот есть у меня эти перевороты. Вот, вот сюда, допустим. Тогда вероятность вот этого добиватора немножко выше будет. Чаще он будет выпадать. То есть он из перфорации самой будет выпадать. И из фальшивых улик вы тоже сможете его поставить. Это здорово. А продать ничего тебе нельзя, дружище. Я бы тебе продал. Прикрытием. Ну вот это, конечно, тоже пушка вообще. Если враг дремлет, 16 урона. Вот это мне можно взять. Открыт новая способность. Это мне тоже можно взять. В том плане, что много кровотечений у меня. Не, давайте мы не на этот кубик, на этом кубике, а на самом там кровотечение. То есть мы, получается, бахаем кровотечение. Случайно переворачивает кубик, а подсвечивается оборона. Интересно. Ну, оборону, на самом деле, повторюсь, наверное, в один кубик надо загонять. О, огромный окаменелый петух. Среди деревьев показался огромное каменное чудовище. Уничтожить, осмотреться, изучить, похвалить петуха. Похвалим.
Аплодируя великой причудливой статуи, вы ощущаете прилив удачи. Вы чувствуете себя праведником. Так, а удача где-нибудь отражается? Нет. И вот смотрите, восстановление решимости рисуется 5. А если я вот так сделаю? Все равно 5. Окей. Ну, хорош, у меня сейчас 8 восстановления решимости. За 3 артефакта. Обнаружили, отдохнули. Еще один квестик. Можно сражаться, попытаться убежать. Попытаться отвлечь их, убежать. Да, давайте сражаться. Сейчас я... Ух, уля-ля. Ладно. Ладно, ладно. Я бы на самом деле перевернул бы. Давай уклонение. Давай 6 защиты. 2 уклонения. Так, и куча кровотечения. На кого накинем? На первого. Слушайте, не на первого. Давайте вот сюда. Мы его сейчас сразу и убьем. Он умрет от кровотечения. Да. А 2 атаки мы впитаем. Слушайте, комбо. Опа. Все, все выдержали, красавчики. Так. О, прилив, кстати. А тут 2 удара. Ну-ка, сколько нанесем? А, окей. Получается, 2 раза ударил. Здесь давай защиту. И кровотечение. 2 я потрачу, у меня 14 останется. Я просто не вижу, сколько они атакуют сейчас. А, они перки какие-то вкачали, ладно. Перки, значит, перки. Так, от чего? Это вот так. Вот, кстати, добиватор. 3 раза по 3. Лови. Ну шикарно же. Черт возьми. Не хватит. А что он будет делать? Ух, ничего не делал. Опять какую-то вот там комбо-вомбо крутил. О. Но дождем его смыло. Так. Вот усыпляющий газ, кстати. Где там миллиард урона за спящих противников. Ну, слушайте, сейчас усыпляющий газ уже есть смысл брать. В том плане, что кубиков стало больше, отскоков стало больше. Вероятность, соответственно, этих отскоков нормальная. Давайте сюда что поставлю. Ладно, ребят. Давайте на этом моменте мы с вами закончим. Честно сказать, ну, по всей видимости, когда мы эту гармонбозию заработаем, тогда... После гибели и получится чего-то утащить с собой в домик. И там, соответственно, наши сады все эти прокачать. По поводу звука. Здесь, знаете, играет классная музыка, но она то играет, то не играет. Я вначале, знаете, в меню даже, знаете, слишком много знаете. Так. Вот она начинается, да, сохранить, выйти. А, ну и замечательно. Соответственно, я совсем вышел. Я в том плане, что хотел вам дать послушать очень классную музыку. А, даже заставка есть. О, заставку мы, кстати, не видели. Ну, ребят, вот так вот, заставка в конце.
Вот. В общем, упала комета, и все стало плохо. Ну ладно, что я могу сказать? Это на самом деле очень неплохой представитель своего жанра. Вот такие бродилки, ходилки. На самом деле, мне нравится, но не всегда, так скажем, у меня на них время, к сожалению, есть. Ну или к счастью. Хотя нет, все-таки к сожалению. В общем, тем, кому рогалики нравятся, обязательно эту игру добавляйте в список желаемого. Потому что, ну, она неплоха. Механики интересные, с кубиком, ну, так это... Не знаю, я, конечно, себя таким большим экспертом не считаю. Возможно, где-то это уже было, вот такие вот телодвижения с кубиками, их программирование, назовем так. Но я раньше такого не видел. Поэтому мне это понравилось, задумка. Как по мне, это достаточно свежо и интересно. И реально можно здесь вот такие комбинации эти крутить. Комбинации комбинациями, но при этом доля рандома никуда не пропадает. Да, можно там весь кубик защиты закрутить, можно весь кубик там атакой закрутить. Но как ни крути, нужно это все дело делать разнообразным, потому что на одной и той же атаке вряд ли удастся выиграть. Тем более, что нужно где-то комбинировать и слабые атаки, и сильные атаки. Если бить только сильными атаками и стратишь всю свою защиту, и выжившие противники тебе по голове настучат. Ну так вот, заиграла музыка, про которую я вам говорил, которая действительно в этой игре неплохая, но какие-то бока пока с ней. Она то есть, то ее нет. Ну, ранний доступ, что тут скажешь. В общем, мне игра понравилась. Надеюсь, вам видео тоже понравилось. И прощаемся. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Если оно понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Это очень приятно и крайне полезно для развития канала. Еще раз всем большое спасибо и всем пока.